Эй, йоу, гайз, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру по названию South Park и Палка Истины. Как вы видите, я тут наткнулся на ребятишек, которые хотят, походу, получить. И кто я такой, чтобы отказать им? Кто первый такой, тот и первый нападает на них всех. Так, ну, давай. Такс. Я бы на самом деле этого тыкнул. Может, его молния убила. Ладно. Все, видите? Так бы его ваншотнул. Так, Баттерс. Давай, короче, все-таки молнию херач. Потом я посмотрю на твой спал. Минус 2. Так, теперь ты способности. Тычок в спину. Да, это больно. Эх, ладно, сильную атаку. И кровотечение его добивает. Отлично. А что у нас по опыту там? А, так я долго буду качаться. Блин, так, у нас, короче, новый шит от уровень, все такое. Да? Так, шарик. Так, дрон. Или ж антенна. Спутник. Датчик. Ладно, сюда я пока сейчас забраться не могу. Так, это мы на улице, да? Это мы сейчас здесь, это у нас дом культуры. Монетки, монетки. Мы можем пойти в дом... А, один раз мне за тем домом... Так, что? А, заперто, хорошо. Тут нам не пройти. Ну, можно собрать монетки. Так, где-то здесь, да? А, еще есть правая кнопка мыши, она... Иногда я просыпаюсь на тур очков. Наверное, я сплю в странной позе. Вот это. Правая кнопка... Это был ты? Не-не, это был не я. Баттерс, ржи. Так, полетели дальше. Школа. Хорошо, мы добрались до школы. И быстрое перемещение у нас есть. Так, Тимми подвез тебя от одного флага до другого. Один клевый старик продает шмотки на другой конце города. Я вижу такой смерти гниение. Для тебя ты тоже гниющий труп. Я тебя моля, какой год ходит в таких шмотках? Мы не тусуемся с конструкцией. Смени прикид. Короче, нам новый шмот нужен. Как он сказал, прикольный шмот у мужика на другом конце города. То есть... Сейчас прогрузится. Отсюда где-то здесь, да? Ну, здесь вот. Это все здесь. Окей. Мужики стоят. Ничего личного, но я хочу, чтобы нас увидели вместе. Тварина. Я тебя сейчас пердану, ебало. Вонь шмонь. Подлетаем, бьем. Ну, на самом деле, здесь чисто нужно качаться. Сейчас я, короче, в спину этого ударю. Так, Баттерс, твоя очередь юзать молот. О, нормально. Я просто хотел посмотреть, работает ли. А, давай за тебя мы попробуем то, что не работает. Ладно, стрелы. Мощная атака. Показываю.
О, защита хромает. То есть она еще понижает защиту. Ну, это довольно неплохо. Так, крыса, нам туда еще не попасть. Так, борода. Крысы. Так, опять это антенна. Скорее всего, я потом смогу туда попасть. Так, тут есть проход. А, просто рюкзак. Деньги, шапочка, ну, волосы. Побежали, побежали, побежали. Быстрое перемещение. Тут что-то есть, лутаемся. Так, тут за дерево не зайти. И, как я говорю, везде все что-то спрятано, может быть. Поэтому нужно все смотреть. Ты странный. Нет, ты странный. Так, почаще проверяйте свой инвентарь. Не забудьте брать с собой оружие. Блин, нужно будет точно посмотреть предметы. Хорошо, что у нас здесь поводок размером для мальчиков. Вера плюс один. Поводок. В смысле, я не могу сломать? Ладно. Святой Петр, нашивка призрак. У нас довольно там уже много денег. Отсюда не зайти. И ничего, да? Ну ладно, поехали. Ну какого черта вы уже стоите и ждете? Я хочу облутать это место и пойти дальше. Так. Не знаю, не знаю. Лучше этого атаковать. Лучше того Баттерс молнию ударит. Да, Баттерс? Ты ударишь молнией? Хорошо. Способности, нож. Ладно, ладно. А если что, мы можем лохануться и ударить спящих. Это так же работает, если что. Бонус к защите. Угу. Ответный удар. Он не умер от кровотечения, ну ладно. Это слабая атака, если что. Это слабая атака Баттерса. Да, он делает один удар. Он делает один удар. Так, чипари. А вы что, тут что-то охраняли? О! Айпад. Элемент задания. Верните айпад к Кевину Стоулс. Стейлс. Так, тут ничего нету. Мне интересно вообще, как мы сюда попали. Так, эликсир. Ага. Если у нас iPad здесь. Ладно. Погнали в полицейский участок. Да, в этом городе ничего никогда не случается, кроме разве что эпидемии хиппи, вспышка кошачьих бешенств, нападение морских свинок. Боже, нахера ты это начал? Нахера ты это начал, Баттерс? Заткнись. Простите, парень, у меня куда дело? Тебе сейчас. Подойди позже. Так, ладно, забираем. Блин, мне на самом деле нужно будет потом понять, как сразу все дело это продавать, потому что
по одной продавать это очень долго. Приходи в более тихий денек, я тебе прокачу. Я буду больше осторожен, чем в предыдущем паре. Эй, парень, вытащи меня отсюда. Заперто. А ты не разговариваешь, а? Я тоже, поэтому они меня и повязали. Я не разговариваю, просто не хочу. Ключи... Походу не эти, да? Не здесь, а где-то валяются, значит. Где-то в полицейском участке. Так, мы можем сюда еще залезть. О. Что-то новенькое. Технокролик. Он, знаете, быстрее похож на технокролика из этого. А как в... как он называется? Ну, погоди. Зайца, помните, типа... Так, цацки. Цацки, браслет. Снаряжение цацки. О, еще. Еще волосы. Не знаю, что это было, но ладно. Знать не хочу. С этой стороны. Ого, у нас уже $51. Пускай остается. Розыск. Так, выход, выход, Хелси. Оружие, рекомендация. Ну, знаете... Так, ладно, сюда попозже пойдем. Подождите, что здесь? Типа закрыто? Ну, закрыто, да. Я смотрю... Ну, игра какого? 13-го, по идее, года, да? Но она на самом деле такая более-менее прикольная. Ну, типа, до нашего времени. Борода, браслет. Если что, вот эти, типа, предметы, да? О, от камеры. Так, все, мы открыли дверь. И, по идее, это у нас запасной выход. Скорее всего, это на балкон. И мы можем сейчас спустить этот, да? Да. О, Санта там сидит наверху. Но я к нему не могу попасть, потому что мне нужно как-то использовать этих дронов. Так, ладно, побежали, короче, вниз, освободим челиком. Скорее всего, он к нам в друзья запишется. А это нам поможет в дальнейшем. Могу поклясться, увеличение срока заключается приблизительно на 2 года. Что у тебя есть? Спасибо тебе, я наконец-то смог попасть в Дэнс Плейнс, который не проснулся в тюрьму. Чё? Ладно. Я говорю, они очень быстро как-то. Может, мне нужно язык поменять? Ну, типа, озвучки. Хотя он тут один. Так, можно не просто, а просто. Здесь Джимми дал мне... что-то. И, а знаешь что... Подождите, а как мне в этот попасть? Ну-ка, 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 подожди. На игровой площадке как мне попасть? Потому что там лежит игрушка. Скорее всего, со стороны этого, да? О, сколь скорбные времена, когда молодежь странно бегает в костюмах подземелья и играет в дьявольские игры, мол. Молодой человек, если ты действительно ищешь силу, то есть лишь один выход. Найди Иисуса. Найди его, а затем возвращайся ко мне. Найди Иисуса, скорее всего. Отдайте, обратно, отдайте. А ну давай, засади так. Это мой игрушечный Джастин Бибер. Уже нет. О, деточка потеряла игрушку. Слышь, ебало, да? А это кто? Проваливай, пацан. Мужланки, мужланки. Так, ладно, Баттерс. Мы знаем, как с ними разбираться. Ладно, я даже ее... Я ей просто въебала, да? Вот так, с ее обоим такой, втихаря въебала. О, мешок денег, изи. Так, Баттерс, давай просто удар молнии и минус 2. Хорошо, то отлетает.
Ух, мужеланка. Девочка задира. Сейчас девочка задира. Ах, дождем. Сейчас вот эта девочка получит мощные леща. А ты, Баттерс, будешь ей тоже давать мощного леща. А хотя давай обычные. 16. А тебе обычные. 15. Ну, в принципе, 45 дэмэджа. У Баттерс в основном нужно делать мощную атаку. Тебе нравится бить девочек? Надеюсь, они не сломали его. Ух, эй, спасибо, с меня причитается. Будешь так выглядеть, парень. Вши. Спасибо. Спасибо. Я получил вши. Охренеть. Окей, окей, так. Достал. Так, игрушечки. Камень. Всякие бонусы. Ну, блин, знаете, когда она запустила игрушки и начала вибрировать, я понял, почему она говорит, что главное, чтобы они его не сломали. А так, City Hall. Центральное здание. А, это мэрия. Бабки. Это фоточка с Обамой. Hey, kid. Maybe you конечно, can help us with something. Сделает это ребенок. Южный парк выглядит холодным и бессмертным городом, и из-за всех этих бомжей. Если ты сможешь пройти и отомстить всех бродяг и бомжей, то не уйдут из города, и это восстановит репутацию Южного парка, как обещал сам. Ты должен задыхать каждому из этим за сразу. Ладно, пошел. Пошел за работу. Проблемы бездомных. О, еще плюс доп. Миссия. Пиздим бомжей. А побейте всех бомжей. Концерты, концерты, суши. Баттерс, ты тут разыскиваешься. Слушай, мексиканец ты наш. А здесь у нас рынок. Здесь наши герои могут пройти на различные приобретения. Заперто. А тут что у нас? А, здесь канализация и... дрон, который, конечно же, не могу использовать. Как мне к нему попасть? Наверх. О, быстрое перемещение. Тихо. Это почтовый офис, да? Потерян, так. Да, это почтовое. Почтовое отделение. Все, у меня фулл хилки. Мне бы очень хотелось поблагодарить, но ты же не популярный. Ах ты, сука. Что же там прыгает? А, вот это ячейки, да? Ключ от пресс-центра. Афганский косёл. Посылка мистера мазохиста. В смысле? Окей. Скорее... доставить посылку мистеру мазохисту. Скорее всего, мы просто это выполнили раньше времени, но... разве это плохо? Ну, хотя да, мы потеряли немножечко диалога. Эй, офицер Барбари! Это же Барбари! Стой. Барбари, я буду следить за тобой, новичок, но на Фейсбуке, надеюсь, ты постишь что-то там. Окей, если ты потерялся его... Я слышал, что в сети Вок... не знаю, думаешь, номер у тебя так в порядке, но твое... от офиса, ключ от офиса. О, здравствуй, интересует ринопластика, вот такая брошюра с ценами на услуги доктора Томаса. Купить, продать все аксессуары. Выбрать процедуру. Анестезия для носа. Переносится так, и кончик носа. Носовой хрящ и... Нодзитри. Хассельхоф. Хоф. Ну, она дорогая очень.
И вообще, зачем это мне? Макияж стиль ретро гламур. Так, ладно, выходим. Ну, я думаю, в этой серии мы с вами откроем все эти. Быстрое передвижение. Так, это у нас куда? Ага, тоже уличка. Банк. Броня позволяет получать меньше повреждений, если противники в броне, лучше нанесите... Могу я так пролезть? Да, могу. Внимание, это вооруженное ограбление. Кредиты, все деньги в мешок, или я тут уже перестану к чертям. Эй, Лаура. А Бенни, как дела? Привет, Баттерс. Рад тебя видеть, Баттерс. Спасибо за... Что заглянул. Окей. Потом сюда тогда еще придем. Стоп, это у нас куда? Угу. Так, хороший сундук. Два телепорта. Потому что я иначе не понимаю, что это может быть. Если это не телепорт. Вообще, так. Это у нас фото... Что-то там. Фотоотделение. Или нет? Там было фото просто. Hi. А, привет, ты что, случайно сделал кому-то ребенка? Что? Подожди, там же было написано фото. А, Parenthood. А, ой, тихо. Так. Просто они меня сами тогда атакуют. Так, давай, Баттерс, короче, начинаю с этого. Ты тогда давай, Баттерс, просто сильную свою атаку молоточком. Ой, я извиняюсь. Ладно. Добьем. Я просто даже не буду зажимать. Просто провалю. И все, быстро. Слишком поздно. Так, и бат... А, так у тебя вообще не хватает? У тебя только на один... На одно использование? Очень рано, ну ладно. Успел. Так, окошко разбивается, но... Там снова же телепорт. Пусть это останется между нами, ладно? Мы же друзья. Окей. А, вот фото дочери. Я думаю, где... фото? Почему я то прочитал как фото? Так, камера. Эй, ты очень симпатичный паренек, ты никогда не думал стать моделью? Закрыто. Это будет у нас вторая часть игры. Если что, я ее тоже пройду. Ну, конечно, отзывы, они очень довольно-таки плоховатые, если честно. Так, быстрое перемещение. Опа. Опа. Так мы здесь с вами можем, да, и забрать игрушку? Где твой... Может, нахер надо? Приходи играть в прятки с нами. Ты водишь. А, классно. А новое задание, прятки. Теперь мне... Играть в пиратов лучше, чем быть пиратом. Кто хочет жить в... Найдите прячущихся детей. Класс, а теперь мне придется еще... Детишек, да, искать? Это что, я, получается, зря сейчас местность вот исследовал? Хотя, ладно, может, по сюжету пойду там и найду их где-то. Ладно. Оп. Вы не удивляйтесь, что, в принципе, мы делаем одно и то же. Оно так и должно быть. Это все так и должно быть. Угу, процент ярость. Баттерс, давай, наверное, обычную атаку. Два щита сносит.
добиваем. И давай этого решаем молнией. Хотя, не-не-не, подожди. Давай, наверное. Давай, ладно, молнией. А, так он не пробивает. Ладно. Броня в два раза сильнее. Атака отражает. Зеркальная атака, это он отражает стрелы. Поэтому... Только так. Ой, слишком рано. Ё-моё, главное, чтоб он не отлетел у меня. Баттерс мой. Баттерс, живи. А, так он еще пропускает ходы, когда у него холод. Это плохо. Это очень плохо. Так, закрыто, ладно. Подождите, так игрушка не здесь? Стоять, приятель, никто не, не пройдет. Ну, почти. Почти угадала. Так, как мне наверх зайти? О. Я король пиратов. Я король пиратов. Хорошо. Так, стой, стой, что здесь? Ага. Я как будто... Я видел. Махнокот. Так, трубка. Ну, пускай она какая-то цена и есть у нее цена. Поэтому нормально. Йоу. Билли хотел снять мое спрятанное место, но я его... выгнала. О, чувствую, я кого-то скоро найду по вот этому вот прибору. Если ты планируешь когда-нибудь использовать предмет, то не желаешь. Это ты, да? Спасибо, новичок, теперь меня ждет отличная ночка. Вот, если понадобится моя помощь, воспользуйся этим. Но в тяжелых боях на меня не рассчитывай. Я не хочу получить травму. Возвращайся, если снова захочешь меня вызвать. Только заранее, я сейчас хожу на вечеринке. Теперь у тебя есть доступ к предмету, который позволяет вызвать подмогу. Мой выход подмога — это мощная способность, которая поможет уничтожить любого противника. Походу, это он был. Ладно. Так, что у вас тут на кухне хранится? Эликсир. Жалко, что здесь есть ограничение снова же по хилам, сколько я могу носить. Ой, думаю, здесь будет много интересного. А нет, борода. Ладно. Рваный презерватив. Окей, ну хотя бы не такой разврат, как у мамки Картмана. Блин, нужно в этом, я говорю, в этом нужно, в этой серии нужно все изучить. Вот там мне один раз по пузу что-то там. А? Окей. Эксбиционист. Ладненько, сюда мы все равно сейчас не сможем попасть. Так, крысы. Что здесь? Стой, давай сначала сюда. Так, тут крысы. Воу! Тихо. Он меня первый ударил, сука. А? Ой, фу! Ни хрена себе! О, вот это вот очень опасно. Не, подмогу не хочу вызвать.
нужно их решать. Я не хочу отлететь. Отлетать это плохо. Крыс, извини. Я думал, я сейчас отлечу на самом деле. Там сундук. Желтая краска. Может, я потом могу внешность потом менять? А, эликсир. Так, что здесь у нас? Так, крысы. This elf is gonna fuck you up. Да пошли вы. О, здоров. Ой, ты меня нашел. Не толкать коров. Ладно, полетели, здесь ничего нету. Так, там, по идее, бомж сидел. Наверное, я к нему могу подойти и скупить что-то, что мне нужно, да? Это же мне о нем говорили. Быстрое перемещение еще найдено. Закрыто все равно. Так, крышечка тут ни хера нету. О! А, вот что я открыл. Ладненько, что здесь у нас? Музыка такая мрачная. Ха, что ж такая мрачная? 223. Ха-ха-ха! Ты сделала сигнализацию хаоса, теперь через 10 секунд земля будет уничтожена. 10. 9. 8. 7. 6. И так дальше. Вот, теперь, и теперь все это совершают электрические обороны, которые, видишь, никогда не видят, истощают запас энергии на Земле и погружают человечество в глубокую холодную зиму. Без света, тепла, компьютера или электричества люди не смогут противостоять зверям и силам стихии. Человеческое будет проклято, ха-ха. Окей. Эй, зачем я разбираю прекрасные вещи? Дуга говорит, что ты достаточно союзный. Кто такой Мистерио? Мистик, Мистик или кто? Who is she? Кевин, Крейг, Кенни. Ладно. Ничего себе, мы должны быть заткнулись на тайные круглые логово. Куда это крутое логово? Так и заставляет меня залезть сюда. Стой. Не-не-не. Хотя полезли. Ах ты ж ё-моё. Ах ты ж ё-моё. Робопетух. Почему бы нет? Вот это, конечно, не видел. Чтоб у доктора Хауса была собака. Так, ключа нету. Ключа нету. Так, го к бомжу. Я хорошо тебе заплачу. Так, давай снаряжение. Подожди, это купить или продать? Купить. Имидж. Парик Эмма. Черная подводка. Снаряжение.
Мне же нужна одежда, да, еще? Могу. Имидж. Так, это куплено. По идее, все. Так, это мы приобрели, скорее всего. Быстрое перемещение. Монетки. Туда не подойти. А, Твик Брос, это... Эй, сюда! Блин, а мне все равно... Блин, еще рубы. Ребят. Ну, имеется в виду, типа, я... Он говорит, типа, чтоб мне не коцали жестко. Я могу только на этого, да, использовать. Именно не на жестких врагов, то есть на таких обычных. Так, подожди, а у тебя сколько хп? Сука, рано. In your face. Ну. Ладно. Давайте, ладно, я сказал, что мы просто типа везде походим, да? По всему миру, да и все. Тогда позаходим в здание потом, да, с вами? В следующей серии в обратное направление. Пока с вами быстрое перемещение ищем. Это что же, просто уже время. Так, еще где-то три штуки. Сцена один как раз стрелял мне в ухо. О. Я не смогла решить, куда спрятаться. Джимба, оружие. А, и все. Ладно, давайте тогда, думаю, около бара остановимся. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.